Город засыпает, базар просыпается. Друзья, сегодня я вам покажу то, что многие из вас никогда не видели и даже не подозревают, что такое существует. Многие не знают, как продукты попадают на прилавок. Я на ночном базаре, на рынке початок. Я обещал вам сделать это видео, поэтому видео будет интересное. Сразу ставьте лайк этому видео. Если вы не подписчик канала «Взрослый разговор», то нажимайте кнопочку «Подписаться», нажимайте на колокольчик. Будет очень интересное видео. Напомню, что меня зовут Сан Саныч. Сегодня ночь с 25 на 26 июня, то есть фактически уже 26. Время сейчас около 4 утра. И давайте посмотрим ночной базар, узнаем цены. И я расскажу о том, как здесь можно делать покупки и как здесь можно приехать и торговать. Поехали! Для начала сюда нужно приехать. Рынок Початок находится по адресу город Одесса, улица Генерала Бочарова, 62. Это пересечение с улицей Академика Сахарова. Здесь есть два больших овощных навеса, где, собственно, идет движуха ночная. Я под одним из них, это первый. И второй вот там, чуть-чуть дальше. Позже я его тоже покажу. Итак, вы заехали. Вот здесь есть будочка администратора. Вот время 4:26. Дата. И сейчас еще покажет температуру. Сколько? 23 градуса. Супер. Итак, есть телефон администратора. Если вдруг здесь никого нету, вы позвонили. Но, как мне сказали, здесь охраны очень много. И к вам подойдет охранник. И вы можете встать на то место, на которое захотите. Вам порекомендуют. Либо вы сами можете себе выбрать место. Дальше. Тут также есть еще немаловажный момент. Вот в этой будочке, с этой стороны. Смотрите, есть пополняшка. Есть банкомат. И то, что я для себя открыл вообще с радостью, это кондер, который работает. Здесь прохладно. Буду знать, что даже днем сюда можно зайти и отдышаться. Итак, вы заехали, если вы продавец, стали, там оплатили все сборы, ну все это вы там узнаете у администрации, и можете работать. А теперь давайте пойдем посмотрим цены и что есть сегодня в продаже. Почем кукуруза на опт? 9. Сколько? 9. 9. Сколько, по 30 идет, да? А картошка? Картошка 10. Картошка по 10. 10-9, в зависимости от объема, да? А огурчик? 4-5. А бурячок? А что, буряк? 12. 12, да, можно? Угу. А лук такой красивый? 12. Тоже 12, да? А эта картошка? 9. Это она мытая или не? Да. Мытая по 9. А перец стой, да? 28. А такой огурец? 7 гривен. 7 гривен такой, да? А помидор? 29? А кабачок? 8. Капуста такая 5, а цветная почем? По 10. У тебя огурчики почем? 5 гривен. Откуда огурчики? Чьи? Персон. А перчик почем? 28. Это что, микада, да? Почем она? 27. А такая поменьше? 25. Помидорки очень-очень много. Морковка почем? 20. А почем кукуруза? 11. Это обычная или мраморная? Вега, да? Почем картошка? По 8 такая, да? Спасибо. А почем помидора? 25. Утконосовка, да? А перчик почем? 30. Перчик. 30. А капуста молодая? 4 гривны. 4 гривны, да?
А картошка вон, да? Картошка 7 гривен. По 7 гривен. Почем у вас черешня? 35. А откуда черешня? Илья. Это смородина уже? Да. Почем смородина? 65. 65. Тоже оттуда же, я так понимаю, да? Да, все оттуда. Это домашняя, да, скорее всего? Да, все оттуда. Вишня по 25, да? Да. Вот заберешь и все. Вон, вот такая была 35, я продавал. Такая была по 35, уже забрали, да? Да. Понял. Почем такая вишня? 30? Да. И вот он красный. Красавица просто. Не, вот а это что, черешня? Да. А черешня почем? 35. Ну, покажи, беда там, почему-то. Передавайте привет всем, кому. Дедки любимые, внукам, девять внуков у деда. Да. Детям. Не спится вам ночью, да? А? Не спится ночью. Ну как? Как вообще? Профессия такая. Профессия. Как вообще ночной базар? А? Как вообще ночной базар? Отличается от дневного? Ночью больше? Нормально, даже? Ночью больше. Да. Ночью, утром, да. Угу. Что вы посоветуете, когда людям лучше всего оптовикам приезжать? Во сколько времени? Ну, ночью. Ну, во сколько? В 3 часа? Ладно, хорошо. Да, сейчас будет, шикарно, да. Да. Угу. Днем это не торговля. Согласен. Особенно летом, да? Да. Как вас зовут? Михаил Лазаревич. Михаил Лазаревич, очень приятно. Да. Ну, меня Сан Саныч, вы знаете. Сан Саныч, я вас часто дома. Смотрите, да? Да. Спасибо, хорошей вам торговли. Наш Бессарабский, не? Я? Ага. Нет, я одессит. Коридор, да? Да. Здоровья вам, да. И удачи. Да, взаимно, взаимно. Успехов вам. Спасибо. До свидания. Помидорка почем? 24. Почем черешня? Хозяюшка, почем черешня? Толик. Нету хозяина? А уставай, давай. Толик, расскажите цены. Что почем? Что почем? Доброе утро. Почем черешня? Такой по 30. Откуда она? Херсон, я понял. А это? Вишня. Почем вишня? Тоже по 30? Меняем, а там потом. Толик, извини, что разбудил. А ничего, брат. Я укроп не сдал все. Ага. А крупная почем была? 55. Почем укропчик? 50. А петрушка? 35. 35. А чеснок на пучок идет, да? Да. 10 гривен. 10 гривен такой пучочек пришел. Я за интервью уже второй раз рассказал. Обзор рынка початок. Я его делаю регулярно. Да? YouTube канал «Взрослый разговор». Да. Вам нужно подписаться и себя смотреть. Второй раз вас вижу тут просто. А, второй раз видите? Да, я ухожу, поэтому, наверное, вас не видят. Ну, вы по ночам, да? Да. Я вас... Да. А почем салатик? 5 гривен. 5 гривен, там тоже пучок, да? А что у вас еще есть? Базилик, шпинат, щавель. Почем базилик? 10 гривен. 10 гривен. А где показать пучок, как выглядит? Это оптовая цена. Оптовая цена. Да, у нас все оптовая. Опт от скольки идет? От 3 до 5. От 3 до 5 штук. Что еще есть? Шпинат? Шпинат, да. Щавель. Почем шпинат? 8 гривен. 8 гривен, щавель 5. Бомба. Да, реально бомба. Во сколько нужно оптовикам приезжать? Что вы посоветуете? Они каждый по-разному в своё время. Ну, самая движуха во сколько? 5-6, да? Да. Спасибо. А лук почем еще не сказали? 55. Красавчик. Правда. Спасибо, хорошей вам торговли. Смотрите, смотрите канал, подписывайтесь. Хорошо, спасибо. Это что, черешня? Или вишня? Вишня. По чем они? 25. По 25? Да. Любые? Любые, которые. А откуда она? Сумская область. А попробуй, какая сладкая. Попробуй попозже. А дынька по чем такая красивая? Дынька 35. Тоже Херсон? Ой, пахнет уже шикарно. Она очень сладкая. Угу. А что у вас еще интересного есть? Помидорка. Помидорка 20. Это микадо, да? Да. Вот белая черешня есть, крыжовник. Почем белая черешня? 45. 45 белая. А крыжовник почем? Почем крыжовник? 50. 50. А такая черешня почем?
Это почем? 35. Черешню валом. Доброй ночи. Почем картошечка сегодня ночью? Какая? Вся? Вся. От 4 до 10. От 4 до 10. Немытая 4-5, немытая такая 8 гривен. Ирис, тут все меньше. 7 и крупнее, я вот сейчас открываю по 10. Крупнее по 10, да? Какой 10? Очень красивая. А морковка почем? 17. Это тоже ваш прилавок? А цукини почем? 10 гривен. Микадо 27. 24 руконосовка. Капуста по 5. А перчик? 30 гривен перчик. Белозирка. Спасибо. Здравствуйте. А почем яблочки ночью? Пуджи почем? Пуджи 19. Это что у нас? Семеринка. Семеринка? Почем она? Да, 18. 18. А такая покрупнее? Или она вся крупная? Ага. А голден почем? Голден 15. 15. Такая 15. Это что за сорт? Тоже семеринка. Тоже семеринка. Послаще, наверное, да, которая? А фуджи почем? Фуджи такое 17. Фуджи 17. Такой голден 13. Голден сколько? 13. 13. Чемпион 14, такой прям огромный. Это вот 13, это 11. Это 13, это 11. Спасибо. 350, а сколько в ящике? Где-то 19, 20, 18. То есть ящик где-то 350 гривен за 18 килограмм, да? 19-18. Килограмм где-то получается 17-16, 18. Ага. Понял, спасибо. Почем кукурузка на опт? 10 гривен. 10 гривен. Там сколько, 30 идет, да? Да. Угу. А почем такая морковка? 5 гривен. 5 гривен, это на мешок, да? А такая немытая? 6,7. 6,7. А это? 6,7. То же самое, 6,7, да? Перчик почем? 40. По 40. А спаржа почем? 50. А такой перчик? 3 гривны штучка. 3 гривны штучка, красавчик. А укроп? 60, петрушка. А чеснок идет на пучки такие, да? 10 гривен пучок. А лук почем? 60. Лучок почем у вас? 10 гривен сеточка. У нас 10 гривен, это один ящик. А чеснок почем? Чеснок 70. 70. А картошка, или это уже ничего нет? 8,5. 8,5. 5 это какая? 5 это такая мелкая, да? Белоруса и орех. Спасибо. Здрасте, огурчик почем ваш? По 5. Такой 8, а откуда он? Николаев. Николаев. А помидора? 28, 26, 22. То есть это все микадо, да? 28 самая большая, какая и самая мелкая почем? 22. А красная? 25. А что помидора у вас? На ящик. На ящик. 20, такая 23. Перчик 45. Красавчик просто перчик. А огурчик почем ваш? Огурчик вот такой 6 и такой 7. Вот, то есть наоборот. Такой 6, такой 7. 6, такой, такой 7. А клубничка почем ваша? Вот это покрупнее, 35, да? Да. Все чисто домашнее, экологично чисто, солодко, ароматно, как зерничка раньше была. Можно по ней видно, что она домашняя. Домашняя, это хорошо. Трошки збирлася росою, людей дуже важко приймати. Коли виходиш на поле 8 ранку, вони хочуть працювати. А не поясниш їм, що болото це дуже погано, коли ти ніколи в болоті. А откуда вона? Вінницька область. Вінницька область. Гайсинський район. Угу. А что, барбуз? 20 это на оп. На оп, да? Или розница? Все равно, да? Угу. Спасибо. Он не сладкий, это греческий, не греческий. Греческий. Любой на дрель я вам покажу. Угу. Спасибо. Маленький. Вот это 30, а такая 38. А микадо почем? 28, 27. И дальше, наверное, 26, да?
Угу. Такая по 25, да? Угу. Спасибо. А почем ваша абрикоса? 45. Это что за сорт? Ананасная? Нет? Мелитопольская ранняя. Мелитопольская ранняя. А сколько примерно в ящике? 7-8. 7-8 килограмм, да? Спасибо. А это второй овощной навес. Что немаловажно. То есть здесь, смотрите, все четко расчерчено. То есть вот люди приехали там, кто загружается, стоят вот здесь. Посередине можно смело проехать. Тут очень много охраны. Вы в безопасности, как продавцы, так и покупатели. Тут везде камеры. Ну, это достаточно современный рынок, поэтому тут все очень круто. Поэтому думаю, что уже Сан Саныч заслужил лайк. Можете его ставить, а я пойду дальше. Клубника Умань по 45 гривен. Почем кабачки? 8. А картошка? 12. Это оптовая цена? Это все оптовая цена? А баклажан? 45. Перчик? 30. А огурчик? 7. А чеснок почем на оптовую? 50. Мне нечищенный по 30 могу туда. Нечищенный по 30, да? Да, если хочешь. А помидорка такая? 30. Понял, а помидорка почем такая? Такая 12. Такая 12. И а 26, это микада? 6 микада и носик 22. Носик. Сколько носик? 22. 22 и микада 26, да? А почем вишня? 30. 30. А сколько в ящике примерно? 7. А чья она? Илья. А помидора такая почем? 24, 23, 21. 24. 12. То есть от крупного к мелкому, да? 12 вот такая вот. Да. Угу. Понял. А откуда помидоры? Из моим. Из моим? Угу. Спасибо. Почем черешня? Какая? Вся. 40, 30, вишня пить, это 45-40. 45-40 покрупнее, а вот такая помельче? Чего? Это не крупнее. Нет? Что, сорт такой? А это почем? Это 40. Угу. Вот откуда она? Троицкого. Троицкая наша. А это что? Чуть меньше. Меньше просто, да? Она тоже сладкая, как мед. То есть меньше 35. Попробовать можно? Конечно, пробуйте. А сколько в ящике примерно? 8,5, 9. Ну так как все. Угу. Спасибо. Попробуйте. Это вкуснее. Почем черешня? Спасибо. А почем клубника? 35. Откуда она? Чиряю. Чиряю? 32. 32 даже, да? А горох почем? 20. А ваша клубника почем? 45. А ваша откуда? Откуда ваша? Тоже Чиряю. Просто это крупнее, да? Это даже больше земляника, наверное, да? Любая черешня по 40, Беляевка. А помидор почем? 30, вот этот побольше, да? 30, вот этот микадо, да? Ага. А 27 вот эта мелочь, да? Ну, мелочь она, относительно. Относительно. Это почем? 27. А морковка почем? 22. А черешня почем ваша? 30. 30. Откуда черешня? Вика Михайловка. Почем черешня ваша? 30 и 15. 15 это какая?
Откуда? Троицкая. Троицкая. А почем у вас что, расскажите, пожалуйста? Это по 20 черешни. Это по 30. А груз почем, крыжовник? 70. По 70. А чей крыжовник? Откуда? Гордониц. Гордониц, да? Это все, да, оттуда? Все оттуда. Угу. Спасибо. А вишня почем? 35. А клубника почем? Жены Майя, почем была? 45. Почем клубника у вас? Хозяйка пошла платить. Хозяйка пошла платить, понял. Откуда она? Балта. Балта. Почем помидор у вас? Такой 15, такой 23. 15 и 23. Откуда он? Измаил. Измаил сюда, к носу. Да. Почем помидор? Спасибо. 23. Друзья, такой вот он оптовый ночной базар. Я уверен, что видео это было очень полезно. Хочу еще пару советов дать для покупателей. Обязательно пройдитесь по базару, обязательно приценитесь, то есть узнайте цены на все. Торгуйтесь тоже опять-таки, видите, что если берешь больше, то сразу и цена будет ниже. Ну, в общем-то, я вам показал рынок, важный момент. Цены актуальны на момент съемки, и они, конечно же, могут меняться в зависимости от ситуации. Стало товара больше или меньше. Поддерживайте видео лайком. Если вы еще не подписчик канала «Взрослый разговор», то прямо сейчас под видео нажимаете кнопочку «Подписаться», нажимаете на колокольчик рядом с этой кнопочкой, вы не пропустите точно ни одного моего видео. Если хотите пообщаться со мной лично, вот мой Инстаграм. Подписывайтесь на меня в Инстаграм и пишите в личку пожелания и предложения. Также я вас очень прошу поделиться этим видео с друзьями в соцсетях. Для этого под видео нажимаете кнопочку «Поделиться» и разбрасывайте видео по всему интернету. Сегодня 26 июня 2021 года, суббота, рано-рано утром, еще третий пивни не спевали, а мы уже с вами делаем базар. Желаю вам добра, любви и счастья. Пока!